Так, тема такая, ребята. Как можно попасть? Ну, не попасть, в смысле, а облажаться, как я. Оказывается, мне сказали так, знающие люди, что если вот такое колесо получаешь на перецепе, то его отдаешь тому, с кем перецепляешься, а себе хорошее забираешь. А я вот что-то эту тему не просек и забрал прицеп. Ну, когда перецеп был ночной в Германии, когда тут, блин, одни нервы были. Тоже в 2 часа ночи, блин, не до этого было. Вот. Оказывается, вот этот прицеп, надо было это колесо отдать ему, а себе забрать хорошее. Хотя он и говорил, что он не ездил на этом прицепе, типа там, что я вообще его не трогал. Вот. А мне сейчас с румыном перецепляться в коле. С румыном придется, не знаю, наверное, румын мне отдаст, вернее, он заберет хорошее себе поставит, а это мне опять таскать придется с собой. Блин, вот это косяк, короче. Так, смотрите, внимательнее, это опять же про Хегельман, какие тут бывают косяки, так вот при перецепах, на что обращать внимание. Вот такое, в общем, колесо нужно отдавать ему, а себе хорошее брать. Вот, у меня пока все.